С колесами даже запасными. Ну, да, чистенький салончик с запасными колесами. Ну такая, да, такая на ходу. Ну что у тебя, Джуманин? Да вообще нормально. Тут две командировки, ты купил. Иду. Вот обыкновенная остановка. Пожалуйста. Обмен книг. Кому надо взять, обменять, почитать, пожалуйста. Видите даже какие. Вон какие тут. Пожалуйста, тут. Хорошие книги, разные, интересные. Вот обыкновенная остановка. Никому в голову не придет утащить на макулатуру сдать. Пепельницы, пожалуйста, все как положено. У нас где-нибудь такое видели? Хоть что-то близко подобное? Я думаю, нет. А в Германии, в принципе, таких много остановок. Вот это одна из многочисленных. Стоят коляски для инвалидов в магазине. Пожалуйста, все для людей. Вот если с собачкой пришел и захотелось попить, для собачки есть водичка попить в магазине стоит. Пожалуйста, не только что для людей, тут для животных тут все. Все условия. Водичка попить. На улице жарко. Вот около магазина можно сесть, посидеть, отдохнуть, если мимо идешь. И тут же стоит мисочка для собак. Идешь с собачкой, чтобы ей тоже было где попить. Буржуи проклятые. Не то, что для людей. На Кубе до 5 лет не кладут. До года не кладут. Кубина велосипеда. Who can take control?
Let the girl know her place and how to play her role. Парковка. Tell her all the money in the world cannot replace her soul. And she need to stop acting like she's 12 years old. Велосипедная парковка на железнодорожном вокзале. Это только маленькая часть. Сколько с улицы там еще? Там несколько раз больше. Да, да. Под крышей все. Повторюсь, вот эта маленькая часть, которая стоит под крышей. Сколько стоит их на улице? Не знаю, у нас в Питере вообще есть такой велосипед, такое количество? Или нет? Это маленькая городовка. Вот Серега отпускает, сейчас поставит велосипед туда. Эти места бесплатные. Можешь бесплатно ставить. Бесплатно ставить велосипед. Ну, дальше скажу, они не работают. Все пепельницы, лунные. Все, пожалуйста, все для людей. Пепельница даже в лифте. Можешь в лифте стоять, полить. Обыкновенный финский туалет на заправке. Салфеточки разные. Пеленалка, рулоны, бумага такая, туалет детский, раковина детская, раковина взрослая, унитаз взрослый, веревочку дерни, если инвалид, выйти помогут. Там детские разные штучки. Детская биде тут. Здесь тоже краны, биде. Вот такой обыкновенный финский туалет на заправке. Салфетки, какие-то памперсы. Все бесплатно. Просто заехал на заправку. Вот так вот. Даже зеркальце детское. Около детской раковины и унитазика. Шнурочек для инвалида дерг. Тебе помогут, придут, помогут подняться. Посадят куда надо. Да. Чудно. Чистый спирт. Наши бы уже туда голову засунули бы.
общественный туалет. Зайдем, посмотрим. Вот туалет общественный на автобане. Бля, хоть в России вот хоть есть такой один туалет общественный. Пожалуйста. Вода горячая, теплая. Мыло. Все есть. Писсуары. Все чисто. Туалетная бумага даже, блядь, на автобане это, на трассе. Где вы видели у нас на трассе такие туалеты? А? Кнопку нажал, все спустилось. Бумага, пожалуйста. Ну, все четко, все работает. Ничего не засрано. Вот он. Вот так вот. Вот оно. Немецкая чистота и порядок. Кнопку нажал, вода. Кнопку нажал, вода. Срок. Ну, 05 до мая. 18. Ящик стоит 5 евро. Магазин Супералка. Тут один везде алкоголь. Вот можешь пробовать наливать. Любые тут. Хоть такое. Открывай, пей, пробуй. Можешь напиться тут разного. Вот это все вот один алкоголь. Да. Люди путешествуют на автобусе. 4 лошади в автобусе. 5 человек, семья живут. Нормально. Бедные несчастные фермеры финские. Well, when I was a young man and never been kissed, I got to thinking it over how much I had missed. So I got me a girl and I kissed her and then, oh lordy, well, I kissed her again because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter than wine. I told her we'd be so happy for the rest of her life. I begged her and I pleaded like a natural man. And in the whoops, oh lordy, well, she gave me her hand because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter than wine. Sweeter than wine. Well, we worked very hard, both me and my wife, for working hand in hand to have a good life. We had corn in the field. So Lord, I was the father of twins because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter. Living on the couch, losing my mind, haven't got the touch in a long, long time. It's Friday the 13th.
вот это все стоит на стоянках. Вообще тут нет никакой охраны. Лодки, катера с моторами. Любые. Никакой охраны, ничего нет. Выбирай, бери любую. И кати. Ящики. Ящик 9 евро. Обыкновенный ящик. Вот так вот ящики у них продаются по 700 рублей. Да. Вот эти вот ящики деревянные, у них продаются по 8 евро. Это обыкновенный ящик, который у нас раньше пивные были. Вот помидор. Вот он стоит 8 евро. С ума сойти. Вот так вот они используются. Купил ящик за 8 евро. И как это. Вот так вот они их используют в квартире, эти ящики. Таким макаром. Такие ступеньки стали делать, чтобы можно было заехать нормально. Да? С тележки заехать вот так вот. Вот как стали. Но это таллинский поезд. Сейчас посмотрим, будет ли для нашего поезда такие. Европейцы делают хорошо. Сейчас посмотрим, как будет на Осташках. Вот обыкновенный таллинский поезд. И вот эти сделаны ступенечки такие вот все. Вот, по всем вдоль вагонов. Сейчас посмотрим, вот стоит Осташковский поезд. Посмотрим, как наши бабули будут с чемоданами прыгать туда. Сделают для россиян такие или не сделают? А нам такую штучку не будет, да, как в соседнем поезде? Нет. Мы будем прыгать с чемоданами. 11 место. А такого порожка нет у вас, да, заказывать? Нету. Прыгай. Ну, так, возьми-ка. Тихонечко. Давайте я помогу. Нет, не надо, не надо. Так, для россиян так, надо прыгать место, через да, вот это главное... вот порожек. Любовь Петровна. Давай. Любовь Петровна. Давай, 11-е, давай. Ну, так вот россияне прыгают. Такой вот поезд. Вот ноги поломать можно. Грохнешься под поезд и хер с ним.